Он падает, боже мой, нифига себе, наконец-то я... Да дай мне порадоваться-то хотя бы один раз. Всем привет, друзья, Дейзи в Майнкрафте, и сегодня мы здесь постараемся как-то выжить. Для новых зрителей напоминаю проект ХКС, и перед тем, как идти записывать, я всегда вас предупреждаю в нашей группе ВКонтакте. Зайдем мы сегодня на Дейзи Хард, и мне очень сильно повезло, что сейчас не идет дождь, я в принципе нормально себя чувствую. Я не мерзну, не мокну, и со мной в принципе все достаточно хорошо. Я могу спокойно бегать по этому серверу, отстреливать зомби, кстати, патронов у меня больше нету, и лутаться. Но, конечно же, не забываем про других людей и кого-то там убил. Ты что делаешь? Ты что делаешь? Тихо. Спокойно, спокойно, чувак. Это жестокий мир, прости, чувак, и у тебя просто куча еды. Вот это, конечно, круто. Теперь главное, чтобы нас так никто не убил. Ну, а патронов у меня теперь вообще нету. Ну, один. Нашел дождевик, и будем надеяться, он спасет меня от холода. Ну, хотя бы от сырости точно спасет. Как же мне стрёмно, без патронов на зомби пофиг, от них я смогу отбиться, а вот от людей с помощью одной лишь палки очень вряд ли. Зато у меня есть костер и зажигалка, с ними я точно не замерзну. Достаточно долго же лутаюсь, и пора бы нам сделать какое-то убежище. Но подождите, что это за флаг? А, это то самое место. Это же сейф-зона, и я не знал, что она настолько близко к собору, лол. Окей. Так, подождите, здесь просто огромный шанс найти машину, которая не будет заперта, и... Оу, как мне повезло. И я, кажется, догадываюсь, почему она здесь стоит, потому что она совсем немножечко застряла. Так, только не это, пошел дождь, хотя я к этому, в принципе, готов. Давайте отойдем подальше в лес, и там какие-то люди стоят. Блин, я их боюсь, потому что патронов у меня почти что нету. У меня есть ровно одна стрела, и давайте попробуем ее использовать, и... Она вроде даже не долетела до него. Хотя, стоп, у меня есть еще целых 7 патронов, и он зашел в домик. Нифига себе, тут домов и... Чувак, хей, не надо по мне стрелять, хоть я тебя и сам хотел убить, но у меня не получилось, так что не надо этого делать. Тихо, без резких движений, я вижу, у тебя там какое-то классное оружие, так что давай просто разойдемся, и все хорошо. Я не знаю, что это за поселок, но здесь очень-очень много домов, и он за мной следит или как? Тихо, отстань от меня. Хоть и дождь идет достаточно давно, мы все еще не замерзаем, наверное, потому что у меня есть немножко брони, да, и дождевик. Пора поставить нашу палатку. Сделаем мы это именно здесь. Опачки, заходим туда и... Ну да, я в принципе в палатке. В палатке мы можем оставить какие-то вещи, например, вещи для постройки машины, а также дома. А сами выходим и зажигаем костер. Давай, отличненько. Слушайте, я тут думаю, кто-то из этих людей 100% должен был сделать тупой пин-код, например, 4321. Нет? Может быть 1212 и нет. Ну блин, здесь точно должны быть какие-то очень тупые пин-коды. Это все, конечно, классно, но зашел я в такое время, когда на хартере вообще никого нету. И предлагаю вам зайти на PvP, где прям сразу же слышны какие-то выстрелы. Я кого-то вижу уже и даже могу кого-то пристрелить. Тихо. Эй. Это очень быстро было. Так, парниша, стоять аккуратно. Их там даже двое есть, они совершенно без патронов. Вы что, угораете, что ли? Ребята, здорово, можно к вам в гости? Привет. Ты сдох? Мне кажется, сюда сейчас кто-то зашел. И да, дверь открыта, аккуратно, тихо. Где люди? Эй, здорово, парень, здорово. Парниша, я буквально секунду назад здесь кого-то видел. И куда ты испарился? Ага, вот он ты. Здорово, тихо, здесь какая-то дырка есть. Давайте попробуем пострелять через нее. И мы никого не видим. Аккуратно пролазим через дырку в заборе и... Эй, а где ты? Итак, раз, два, три, бабах! Боже мой, я, наверное, не ожидал то, что я залезу на этот забор. И опять, конечно же, дождь. Ну как без этого? Тихо, ты тоже знаешь про эту дырку? Не надо про нее знать, она только для меня и ни для кого больше. Окей, ребят, мои дела очень плохо, остается только дробовик и бабах. А давайте-ка посмотрим, что у нас тут на шахтах. Давным-давно мы здесь не были. На этот раз у меня есть снайперская винтовка, и, братишка, я типа сзади тебя, да здравствуй. Знаете, я сдох уже раз 5-6.
6 и шахты, это реальное месиво, просто аэропорт отдыхает. Здесь очень легко подобрать какой-то ценный лут, и не надо меня убивать, но да, как бы у меня нож, у тебя автомат, силы немножко неравные. Очередная наша попытка подобрать чьи-то халявные вещи, и пока что у меня неуязвимость, еще целых 6 секунд, и давай попробуем что-то взять. Так, чувак, иди сюда. У тебя есть только броня, но броня здесь как бы вообще не имеет значения, особенно такая плохая. Подбираемся ближе и начинаем лутать всех очень быстро. Лутать. Тихо. Главное не получить пулю в задницу. Ну или в любое другое место. Тихо. Я видел там парня. У нас есть какое-то оружие неплохое. Надеюсь, и патроны тоже к нему есть. Или нет? Нет патронов. Прямо передо мной есть парниша. Я прыгаю в засаду и давай попытаемся... А ладно, здесь никого нету. Вооружившись одной битой, отправляемся на поиски лута. И давайте опять попытаемся что-то стырить. Падаем в засаду и начинаем ползти помаленьку, понемножку ищем лут. И, по-моему, меня уже спалили или нет. Продвигаемся дальше помаленьку. Каждого человечка обыскиваем. Ищем предметики, нашел уже броню. Идем дальше и найти бы еще какое-то оружие с патронами обязательно. И чувак, здрасте, на тебе. А тут нет патронов, ребята, он стоит прямо передо мной. У него нет патронов, точнее у меня нет патронов. Дронов, что я несу уже. Ребята, нам здесь точно нужен напарник. Без него мы просто не выживем. И познакомьтесь с моим новым напарником. И нам с напарником кажется, что пора бы нам зачистить шахты. Там очень много людей. Подлетаем к шахтам и знаете, по-моему, у меня ракета с автонаведением была. Да, как бы, ребята, сори. Там кто-то уже недовольный. Подожди, мне сейчас показалось, или кто-то хотел меня убить с помощью... О-о-о, вот это было очень жестко. Парень не успел убежать от меня. Вот говорю абсолютно честно, ребят, летать на вертолете мне нравится намного, просто в 1000 раз больше. Это уже мне напоминает какой-то Battlefield. Офигеть просто. Интересно, а когда кто-то догадается нас бить? Мне кажется, вообще никогда, и поэтому нам уже стоит вернуться в аэропорт. Но самонаводящиеся ракеты, это просто жесть какая-то, это имба. Небольшая срезочка, закат, и вот мы уже летаем на истребители. И как бы, где люди-то? Итак, пожалуй, включу запись заранее, а то, думаю, меня убьют настолько быстро, как всегда, что я даже опять ничего не успею записать. Подлетаем к Черногорску. Дома здесь, вау, здесь очень красивые дома, блин, я раньше их не замечал. Сверху они достаточно симпатично выглядят, и в принципе я здесь, а где мой противник? Как же я сильно боюсь, что мне сейчас прилетит в задницу, боже мой, где ты, чувак, где ты, на чем ты летаешь, кого-то там внизу вижу, но... Ой-ой-ой, тихо, не привлекаем внимания, я слышу уже какие-то выстрелы, но откуда, что происходит, откуда вообще меня... Убили. Не знаю, что это за место. Опять никого не вижу, но у меня очень, мать его, плохое предчувствие. Где гребные враги? Людей нет. Опять ночь. Вообще никого не видно. Ой-ой-ой, ребятки, мне это очень не нравится. Посмотрите, просто кромка леса сливается с небом. И вообще ничего не понятно. Можно врезаться в любую секунду. Пролетаем здание больницы. Какую-то многоэтажку. Вау, такие большие здания. Я вижу вообще в первый раз. И мы с вами подлетаем к какому-то большому городу. И где враги? Мостик. Это мне пока что не интересно. Моя главная проблема — это воздух. И боже мой, это какой-то истребитель. Тихо. А, господи, что я открыл вообще? Так, хорошо, без паники. Надо быстро каким-то образом развернуться и не падать. Давай. Выше. Боже мой. Офигеть, ребята, садимся ему на хвост. И вроде как я его то ли подбил, то ли не подбил, то ли там... Сколько там было истребителей? 2 или 10? Ребят, то, что надо. Дождь, ночь и прибор ночного видения. И пытаемся кого-то там отстрелить. И... Чё? Как это вообще произошло? И... Тихо. Я никого не вижу. Ты меня не видишь. Все хорошо. Итак, братишка, добрый день. Мы пытаемся вас бить. И у меня вроде как почти что получилось. Один раз я точно попал. Он падает. Боже мой, нифига себе. Наконец-то я... Да дай мне порадоваться-то хотя бы один раз. Наконец-то я сделал это. Я сбил в первой своей жизни вертолет. И знаете, а вот эта снайперская винтовка мне нравится-то побольше. Опять вертолет или что это? Совсем рядом со мной кто-то перезаряжается. И мне это вообще совершенно не нравится. Дождь прошел уже хорошо. И мы ползком понемножку, помаленьку пробираемся к моей цели. Хотя, вон он, боже мой, он за стеклом. И, братишка, лови гранату. Раз... Ой-ой-ой! Да...
Там же стекло было. Какой же все-таки на этом сервере красивый закат. И давайте на фоне этого заката мы и будем заканчивать наш ролик. Наконец-таки я сбил вертолет и парниша. Ну, у меня же только палка есть. О, а вот такой вид мне нравится даже больше. Ну а пока я не умер, напоминаю вам, что ссылка на этот проект есть в описании. И присоединяйтесь к нам. Ну а я желаю вам только одного, удачи вам и до новых встреч на моем канале. Всем пока.